свободу. Я не отдам никому эту свободу, что мне сделал, что мне дал Господь. Зачем? Как я ее могу отдать, если я тебе ее передаю, чтобы ты также, если ты меня никогда в жизни не увидишь, зато я тебе рассказал, что тебе нужен Христос, а не я. Тебе нужен только Христос, а я тебе на него показывал. Что делал Иисус Христос? Почему я говорю, что Иисус Христос был примером, спасителем, Господом? Это все очень мудро. Он дал нам реально пример, на кого нам показывать. Не моя воля, это воля Отца, чтобы дети вернулись домой, чтобы дети покаялись и чтобы дети начали жить с Богом. Аминь. Это реально воля Отца нашего Небесного. Аминь. Мы спасаемся только через веру. Нашими делами никакая плоть не оправдается. Законом никто не спасется. Фарисеи и книжники до сих пор хотят мне объяснить, как это так, какое право ты имеешь проповедовать в интернете, если ты там 15 лет грешил как ненормальный, да, а здесь тебя Бог коснулся. Ты в интернет вышел, кто тебе дал разрешение? Ты же у нас не спрашивал. Аминь. Мне вас, зачем мне вас спрашивать, если у меня есть Христос, который говорит, иди в свой дом и расскажи всем, что с тобой сделал Господь. Зачем мне спрашивать какую-то деноминацию или зависеть от какой-то деноминации? Мне вообще не интересно даже их мнение. Я хочу им просто рассказать мнение Бога. А зачем мне мнение людей, которые сделали себе камуфляж какой-то, устроили цирк, да? Вот мы такие, вот такие, или такие, или такие. Библия про что говорит? Что делами закона никто не освобождается. Иисус Христос освободил меня от клятвы закона. Все, это совершилось. Грех не имеет власти над моим спасением. Аминь. Грех не имеет власти. Что теперь скажет религия? Как это грех не имеет власти? Я свободный от греха. Все. Хотя у меня бывает, что я не так иду, и падаю, и встаю, и мысли, и все бывает. А Господь видит мое сердце, Он видит, что я делаю, Он видит, куда я иду. И также Он видит тебя. Но Он хочет, Он знает даже, Господь знает, что мы все так живем. Он знает нас от ада.